Всем привет! У нас сегодня на обзоре маленькое чудо. Она очень легкая, она, как видите, тонкая, но очень-очень опасная девочка. Это гитара Cordoba Stage, и она прежде всего сделана для этих парней, которые активно гастролируют. Помещается фирменное чехло Cordoba, который покажу немножко позже. И, ну, оцените, это гитара, которая вообще придумана для игры в линию, но мне кажется, что и в сухой звучить более чем достойно. Гитара сделана полностью из клёна, палисандровая накладка и очень-очень аккуратные красивые колки, сделанные из черного дерева. Три крутилки, громкость тон-тон, гнездо, маленький вырез под пузо и крышечка для батарейки. Ну, короче, это все, что можно сказать о том, из чего эта гитара построена. И осталось только играть и кайфовать. Тактильные ощущения великолепные. И предлагаю послушать, как эта красавица звучит в микше. Погнали! А чтобы эта красавица не получила коцки и царапины, вместе с ей получается и фирменное чехло Cordoba, которое, ну, выглядит великолепно и которое не допустит никакие повреждения вашей гитаре. Самое главное, что оно помещается на багажные полки всех самолетов. В принципе, можно брать и гастролировать. До встречи!